Хочется показать вам, что же такое рыжик. Вот, видите? Вот они только-только пошли. То есть здесь рыжики будут у нас, скорее всего, сосновые, потому что это посадочки сосновые. Он чистенький. То есть перво-наперво, вот он и снизу рыженький весь. У него нет никакой махрушки. У него могут быть заметны как бы кольца. Он может быть сверху с какой-то зеленцой. Но самое главное, это вот этот ободочек. Он весь оранжевенький. У него млечный сок, он даже не млечный. Он скорее такой вот оранжевый весь. Этот можно вот разрезать, присолить, через полчаса можно есть. Охотники так и делают в лесу. Нашли рыжики, все, у них закуска. Как правило, в таких местах растут маслята, и в этих же местах к осени появляются рыжики. Иногда появляются раньше.